Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Вадимом Колесніченком. Вітаю вас, пане Вадиме. Добрий день. Пане Вадиме, 3 тижні народні депутати відпочивали, були на канікулах. Всі по-різному. Дехто працював з виборцями, зустрічався з виборцями, дехто дійсно провів із радістю відпустку свою. От з якими ідеями народні депутати, ну, зокрема, ви повертаєтеся до пленарної, до сесійної роботи? Ну, откровенно говоря, хотелось бы наконец-то, чтобы хоть первая парламентская сессионная неделя началась. Потому что все эти движения вперед, назад, упал, отжался, отошел, пришел, это уже всем надоело. И вообще-то деньги нам не за это платят и избирали, не для того, чтобы там кто-то демонстрировал себя любимого, штурмовал трибуну, либо ее блокировал. Это не работа парламентария. Это работа, ну, не совсем умных людей, которые на улице имеют право кулаками почесать. Но, к сожалению, вот эту уличную драку принесли в парламент. Ну, я полагаю, в ближайшее время как бы придет осознание, что избирали не для организации драк и не для эпатажных заявлений выступали, а для того, чтобы методично с утра до вечера работали. А проектов очень много. Мне за это время удалось принять участие в очень интересной встрече с депутатами нескольких парламентов. Я напомню, мы зарегистрировали межфракционное объединение в парламенте за Каноническую православную церковь. Так вот, состоялся рождественские чтения в Москве, и там были приглашены депутаты из Латвии, из Молдавии, из Приднестровья. Сейчас подобная группа сформируется в Скупщине Сербии, и которая направлена на вопрос сохранения христианских ценностей, повышения духовности общества. Это очень интересно, потому что это позволяет адаптировать наши общие взгляды, идеи, желания на те или иные процессы, которые происходят сегодня в обществе. По приглашению депутатов Крымского парламента, луганские коллеги, запорожские, мне удалось с них побывать. Они живо, с интересом восприняли идею создания в нашем парламенте межфракционного депутатского объединения «Международный антифашистский фронт». Они будут формировать аналогичные у себя межфракционные объединения. И в итоге мы выйдем, скорее всего, на всеукраинское движение «Международный антифашистский фронт», в котором будут объединяться депутаты всех уровней. То есть получается, что те инициативы, которые у нас в парламенте реализуются, они находят поддержку у населения. Ну и сегодня все активнее и активнее мы должны, наверное, все же подойти всерьез к вопросу об экономической перспективе в будущем развитии нашего государства. Вопрос, с кем быть, как быть и что делать. И как никогда сегодня вышла во главу угла повестки дня тема и таможенного союза, и зоны свободной торговли, и интеграционных процессов как с Евросоюзом, так и с Российской Федерацией и странами Беларуси и Казахстаном. Планів багато, але чи не зруйнують ці плани, от, якщо ми бачимо цю ситуацію в парламенті? Опозиційні збори відбулися минулого тижня. Ну, ви знаєте, збирання меншинства, воно продемонструвало нежелання збиратися, тому що і теми-то не було. Вопроси, які там ставляться, вони ні о чому. Парламент не вправе кого-либо освобождать от уголовної відповідальності. Чоловік – преступник до тих пор, поки іное не доказано судом. Будь ты хоть 100 раз парламентарием, никто тебе не дает права оценивать качество приговора или его законность. Это дело только суда, всем понятно. А можно ли створить тимчасову слідчу комиссию? О чем? Проверять качество судебного приговора? Это называется вмешательство в отправление правосудия. Это нарушает, это уголовное преступление. А просто языком потрещать, ну, они могут это сделать, как это и сейчас делают, и без создания временной, следственной, страшной депутатской комиссии. Для чего ее собирать? Прочитать приговор? Прочитаем. Дальше что? Мы не следователи. По этому поводу Конституционный суд еще в 2000 году четко однозначно сказал, депутат не имеет права вмешиваться в работу правоохранительных органов, а в отношении суда и судебной системы вопрос однозначный. Угу. Если даже к нам в Комитет по делам правосудия поступают жалобы на судей, в соответствии с изменениями, которые мы сделали 2 года назад, при судебной реформе, мы имеем право переадресовать Высший совет юстиции либо в дисциплинарно-квалификационную комиссию. Это 2 органа, которые в основном состоят из судей в соответствии с нашими международными обязательствами и с требованиями Европы. Только они имеют право оценивать качество работы судей и определять, отправить их в отставку или сохранять их в должности для исполнения судебных своих обязанностей.
Поэтому все те вопросы в повестке дня, которые были вынесены, это вопрос для митинга, это не вопрос для парламента. Хотят высказываться, они и так об этом постоянно высказываются. Самое главное, а вывод? Меня еще в детском саду учили. Если ты что-то начинаешь, говоришь «а», предполагай, какой будет последняя буква. А здесь, кроме как заявить о том, что мы такие вот серьезные, ну, у нас нет оппозиции по Конституции, поэтому и для этого меньшинства даже как-то сомнительно называть их оппозицией, потому что оппозиция в любой стране работает в интересах государства, в интересах общества, а не в интересах себя любимых. Потому что задача у руководителя оппозиции подольше упечь Тимошенко в тюрьме, чтобы она, не дай бог, не вышла. Они наследство уже давно поделили. Но при этом демонстрировали, какие они замечательные. Одновременно этот террариум и паноптикум единомышленников, в кавычках, борется за то, кто же будет самым главным лидером меньшинства. Будет бороться за славное президентское кресло. Но настолько все уже цинично и пошло, что я даже не знаю, есть ли смысл это обсуждать. Зрозуміло. Пане Вадиме, давайте поговоримо про конкретні законодавчі ініціативи. От нещодавно буквально вибухнув інтернет. Довелось мені прочитати статтю про те, що ви пропонуєте, щоб комітет з питань правосуддя і верховенства права був наділений правом ветувати ті чи інші законодавчі рішення. Ви знаєте, от мене завжди тішить, коли в інтернеті у нас взриваються бомби, а взриваються не по одній простій причині. Ну, либо люди, а, не вміють читати, либо, б, не желають читати, либо поступають по принципу «одна бабка на ринку сказала», ну, наконец, головне, либо як провокатори виступають. Проект постановления о внесении изменений в регламент, в закон о регламенте и в компетенцию комитетов предлагается внести еще одну позицию, которую мы рекомендуем комитету по верховенству права и вопросам правосудия, о том, чтобы законопроекты проходили экспертное изучение на предмет несужения прав и верховенства права. В соответствии с тем полномочиями, которые, например, есть у комитета по делам евроинтеграции, этот комитет делает экспертное заключение на предмет того, соответствуют ли принимаемые законы и проекты законам о евроинтеграции и европейским законам. О праве вето, я, честно говоря, первый раз от вас услышал, мне это, конечно, потешило. А вы читали это? Естественно, потому что ну, чушь, которую пишут в интернете, она всегда, конечно, смешит. Это стандартная процедура, проводится просто экспертное заключение, и оно докладывается Верховному Совету. Какое будет принимать решение Верховный Совет? Это его исключительно легитимное конституционное право. Однако мы обязаны это сделать, тем более, когда мы в прошлом году готовили подобную поправку, получился абсурд. Мы за 20 лет напринимали огромное число различного рода международных обязательств на себя с точки зрения несокращения сферы прав человека и вопросы верховенства права. А как реализовать? У нас порой проекты законов вносятся, где объективно сужаются права человека, и где отсутствует приоритет верховенства права, а не политической, скажем так, заангажированности. Поэтому научно-экспертное заключение учреждения, которые есть в Верховном Совете, которые готовят свои научно-экспертные заключения по каждому законопроекту, еще в прошлом году, примерно в этом же месяце, только год назад, в своем заключении указало, что проект, который мы вносим, касается не столько прав человека, сколько верховенства права. Поэтому сегодня, когда мы изучили компетенцию наших комитетов, выяснилось, что комитет верховенства права не имеет их полномочий. А в чем принципова різниця? Тому що будь-яке рішення, будь-яке попереднє рішення комітет так само має давати свій висновок. Нет, это есть специализированные, у каждого есть предметы ведения каждого комитета. Ну, комітет, який опікується правами людини, так само може зазіхнути на те, щоб посилити свої повноваження? Их, вы знаете, ну, во-первых, каждый сам определяет компетенцию своего комитета, и она была утверждена Верховным Советом. Раз. Второе, мы взяли за основу рекомендации научно-экспертного учреждения Верховного Совета Украины еще прошлого года, который указал, что здесь вопрос не столько прав человека, сколько верховенства права. И после того, когда мы проверяли все наши законопроектные инициативы, которые в прошлом году были поддержаны, чтобы в этом году их, ну, в этом созыве внести, оказалось, что у нас появился комитет, который работает по вопросам верховенства права. Ну, как бы ничего нового. Есть гараж, для гаража есть машина.
Если есть космодром, для космодрома есть ракеты. Все соответствует. Был бы комитет верховенства права и прав человека, мы бы, конечно, предложили внести туда, потому что мы в прошлом году это предлагали, в комитет по правам человека, потому что не было комитета предметом ведения, которого было бы верховенство права. А у нас Конституция четко однозначно говорит, что никакие действия власти, которые происходят сейчас и в будущем, не должны быть направлены на сужение прав человека, а обеспечивают верховенство права. Но мы строим правовое государство. Это очередной инструмент привлечения внимания как госслужащих, так и граждан Украины к тому, что приоритет верховенства прав человека и приоритет верховенства права являются ключевым в нашем государстве. Вже є які попередні рішення парламенту або закони, які діють зараз на території України, які ви хотіли щоб переглянути, включаючи такий механізм? Ні, наприклад, біометричні документи, так? Багато говорилося про те, що звужує права людей. Ну, перше, комітет Верховного Совета, він не розглядає діючий закон, це не його компетенція. Внесення змін до закону. Так, точно. От поступає чия-либо законодавча ініціатива. В прошлому созиві було около 10 тисяч різних родів ініціатив. И там большое число проектов, которые впрямую касались сужения прав человека и отсутствия теории верховенства права. Вот для этого и нужен такой как бы барьер, который позволяет на очно-экспертной площадке изучить и дать свое заключение. Как дальше будут поступать комитеты, депутаты, это их эксклюзивное право. Никто им ничего не запретит. Но при этом они должны четко понимать, когда они будут голосовать, что здесь есть сужение прав человека в этом проекте, что либо в этом проекте не соответствует принципу верховенства права. Потому что мы регулярно принимали законы, которые, по сути, противоречили уже ранее принятым законам и в области прав человека. Что касается биометрических паспортов, то на сегодня... Как приклад. Да, это очень серьезный, важный вопрос. Он вызвал очень серьезный резонанс в обществе. Я четко знаю, что мы к нему еще вернемся. Потому что я списался со всеми посольствами Евросоюза. Там очень интересная процедура в этой части. И не везде все так однозначно. Кстати, тема мне была интересна, я всем задал вопросы. Практически все страны, посольства, которые мне ответили, у них паспорта, биометрические документы, издаются на нескольких языках. Это очень важно нашим, ну, скажем так, кондовым патриотам знать и понимать, что для Европы вопрос понятен. Что там используется, даже в биометрических паспортах, которые используются на территории всего земного шара, несколько, в том числе и региональных языков. У меня для этого есть официальное подтверждение из посольств, и даже ксерокопии, либо образцы данных документов. Очень важно евроинтеграционное устремление с точки зрения осознания, что же там происходит. Хотя при этом на сегодня я могу сказать, что для меня очень важны вопросы взаимоотношения с Россией, Казахстаном и Белоруссией. Вопрос экономического развития Украины для нас сегодня является приоритетным. Нам необходимо повышать ВВП. Я считаю, что ключ к успеху нашего государства находится именно там. Это краткосрочная перспектива. Европа – это настолько долгосрочная перспектива, особенно когда европейцы нам регулярно, цинично демонстрируют двойные, а то и тройные стандарты, то мы должны задуматься, какое будущее и с кем нас ждет. На завершенні нашої розмови, пане Вадиме, от якщо проаналізувати найбільш такі ключові питання, з якими звертаються люди до Верховної Ради, це порушення їх соціальних прав. Тобто зменшення і соціальних стандартів, невиконання тих чи інших законів, тому що в бюджеті немає коштів. І от ми знаємо, що Верховна Рада планує переглянути за підсумками першого кварталу бюджет 2013. От буде заключення, якщо набере чинності цей закон, ну, більше, ну, фахове заключення від комітету правосуддя і верховенства права? Ну, перше, якщо комітет получит эти полномочия, конечно, он будет в этой части делать экспертное заключение. Но это не касается бюджета, потому что вопрос касается верховенства права, то, что мы предлагаем. Это первое. Второе. Когда мы принимали бюджет, при принятии четко однозначно было сказано, что в первом квартале бюджет будет пересмотрен. Понятно, почему бюджет принимался. И на этом настаивает и президент, и премьер, и кабинет министров. Это не секрет, что он будет пересмотрен в сторону усиления социальной защиты человека. Но при этом из тех писем и обращений ко мне, которые поступили за последние 4 недели, ну, наверное, судя по тому, что я этим вопросом занимаюсь, у меня большое число вопросов, касающихся гуманитарной политики. В том числе от киевлян, которые хотят, чтобы были детские сады с русским языком обучения и школы. Например, из Закарпатья большое число писем пришло, где благодарят Верховный Совет за то, что они дали наконец-то возможность и румыноязычному гражданам Украины, и венгероязычным гражданам Украины
детских садах и в школах применять и у себя в органах местного управления свой родной язык. Вот это торжество демократии, когда граждане Украины чувствуют себя комфортно в своей стране. Мы и дальше должны продолжать так работать, чтобы жители нашего государства уважали, любили, поддерживали собственную страну. А мы должны обеспечить, конечно, экономический рост. Зрозуміло, дякую вам за розмову. А глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України Вадима Колесніченка. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.